сейчас мы с вами приехали в магазинчик, где продается все для собак. Такой бутик, где продается всякая прикольная одежда. Он дорогой, сразу же скажу. Но здесь продаются всякие прикольные штуки. Например, кожаная куртка для собаки. И здесь продаются маленькие такие собачки. Тикапс называется. Смотрите, какие они классные. И даже меньше наших кейк. Смотрите, какие они классные. Но они все такие очень маленькие-маленькие. Они долго не живут такие. У нас Кейт просто приболела немножко из-за того, что холодно на улице. Мы приехали найти свитер какой-нибудь. И вот, кстати, кроватка у нас такая для Кейт. И взять ей ошейник, который у нее уже был. Коляска, пожалуйста. В общем, если честно, если так посмотреть, для собак здесь намного лучше все, чем для людей. И дороже. Смотрите, какие клевые. Ладно, смотрим. Так, а здесь мне ходил с рыбками со всякими. But I don't know what size you get. So just ask it open, we'll fit it. Вот такой свитер мы нашли для нашей Кейт. Стоит он $52. Да, здесь дорого все в этом магазине. Смотри, какие классные домики. Такая у нас футболочка у Кейт была. Смотрите, как все красиво вообще. Всякие красивые, прекрасивые такие штучки здесь, посмотрите. Но здесь все очень дорого. Такая у нас была. Возьмем Кейт. Вот такая у нас розовенькая была уже, посерединке которая. Мы ее где-то потеряли, хочу еще раз взять. Там вот такая у нас штучка была, но она неудобная. Вот такая с мамочкой. Мы сами посмотрим. Собачек маленький. Здесь у них еще и как бы больница сразу же, и парикмахерская. Смотрите, какие прикольные. Уже проводом такой маленький пушистик. А они такие маленькие, они не вырастают. О, какой красивенький, смотрите. Кейт у нас получается как мини-йорки бичон. Это тоже как мини получается. А вот это уже получается тикап. Выглядит. Ну, получается, такие тикапсы, они в нашу глобу не помещаются. О, как френч бульдог. Ну, как бы. Он самый тончик. А не знаете, такие собачки, такие тикапсы, они очень дорогие. Я не знаю, сколько тысяч долларов стоят такие собачки. Смотрите, какая клевая. Потому что они маленькие, они живут очень мало. И будет дорого обходиться, чтобы их лечить.
So he had a good 3.5 years. Пушистик. We had a pug that got to be 17 years. Yeah, it looked like we went through a Star Trek transformation. And got beamed back aboard, and it wasn't the same dog. It was, with all he was just really. Вот такие всякие здесь продаются прикольные собачки. Пушистик мне так понравился, но этот уже не обычный размер. Смотрите, какой он. Какой он маленький. Это от выбраться, наверное, не оттуда. Не плачь, не плачь. Вот такой вот классненький магазинчик для собачек. Разные аксессуары. По ценам здесь все дорого. Вот, смотрите, вот это, допустим, $32 стоит. Вот такая стоит. $46. То есть они вручную все это шьют, поэтому, да. Как бы дорого это все. We buy some places else. We bought that one on in a mall or something like that. Sniffity and Company. That's good. Вот мы приехали. Сейчас покажу вам, что мы раскупили. Купили. Этот свитер. Сейчас мы на нее наденем. Очень такой, на ощупь такой классный. У нее до этого был тоже розовый, но немножко потемнее розовый. И две вот такие игрушки. Новогодний Санта-Клаус. И вот такая утка, гусь. Вот так вот. Все это обошлось. $126. И магазинчик не из дешевых. Свитер $52 стоит. Это стоит $42. Такой вот магазинчик называется Teacups. Кейт. Вот такая у нас красавица Кейт. С новым, вот как называется, ошейником и в кофточке. Go, Кейт. Кейт. Новая игрушка. Это у нас Сейбл. Старушка Сейбл. Да? Старушка Сейбл. Ей уже 17 лет. Она уже очень старенькая. Не видит на один глаз. Видите, вот этот глаз у нее не видит. И не слышит, она уже. Старушка Сейбл. Сейбл. Парикмахерскую мы ее так не свозили, потому что немножко простыла она. Лежит, играется теперь. Кейт! Кейт!